Всем привет! Вы на канале «Такая разная Кения». С вами снова Андрей. Показываю вам Кению. Сегодня воскресенье. Дорис по воскресеньям ходит в церковь. Поэтому сегодня пошел с ней, чтобы сделать видео. Главная католическая церковь находится в центре городка Мтвапа, прямо напротив отеля Мэривилла. У входа продают разные церковные атрибуты. По воскресеньям в церкви три мессы в 6:30 утра, в 8 часов и в 9:30. Первые две мы проспали, поэтому идем на 9:30. Oh,
mwake huyo bikira, mitume wenye heri, na watakatifu wote waliopendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Место закончилось, народ расходится, разъезжается по домам. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Кто хочет приехать в Кению, у кого есть вопросы, кому нужна помощь, можете писать мне в WhatsApp. Мой WhatsApp есть под каждым видео. А сейчас всем пока-пока, счастливо!